Всем привет, на канале Лиза Стар, меня зовут Лиза, и сегодня новое видео на моем YouTube канале. Перед началом видеоролика подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ну а мы начинаем. Сегодня в этом видео мы вместе с вами посмотрим три книги из фикс-прайса за 199 рублей и за 77 рублей две книжечки. Первое, что мы будем вместе с вами смотреть, это «Король Лев от Дисней», графический роман. Покупала эту книгу, я как и говорила ранее, в фикс-прайсе за 199 рублей. Вот так выглядит у нас обложечка. Она у нас из картона. И сзади выглядит все вот таким вот образом. И у нас краткое содержание, о чем будет говориться в этой книге. Итак, открываем нашу книжечку. Здесь у нас изображен Пумба. Дальше начало, графический роман. Перевод Юлии Волченко. «Король Лев Дисней». Итак, первое, что мы видим, это главные герои. Если вы не смотрели этот мультфильм, то вы сможете с легкостью узнать про каждого героя в самом начале. Итак, здесь начинается с вами вместе история. Давайте смотреть. Качество листов довольно плотное, очень удобно и приятно перелистывать. И здесь мы видим фразу Муфасы из мультфильма. Итак, наш графический роман выполнен в стиле комикса, что очень красиво и удобно. Качество картинок ярко, шрифт не мелкий и не крупный, что-то среднее. Для чтения, в принципе, подойдет. Итак, ребята, у нас конец истории, да, вот здесь вот уже заканчивается. И мы опять же видим фразу из мультфильма от Муфасы. Дальше мы видим воспоминания, да, у нас начинается такая вот глава воспоминаний короля льва. И здесь мы можем видеть картинки, то есть сюжеты, моменты из самого мультфильма, самого мультика. И можем посмотреть. Главные моменты здесь присутствуют. И, ребята, это у нас конец. Здесь у нас все написано про права и все такое. 6+. И конец у нас, как и начало, выполнен в стиле Пумбы. Это вот такая вот книжечка. Цена, опять же, этой книги, повторюсь, 199 рублей. Напишите, как вам. Мне лично она очень нравится. И если вы хотите, я могу сделать обзор на другие книги из серии графического романа от фикс-прайса. Есть у нас, ребята, совсем другая уже серия, тоже из фикс-прайса. Цена этих книжек 77 рублей. Это у нас «Хранитель лев». Значит, у меня есть вот такая вот часть «Смелые друзья». И еще есть также «Хранитель лев», опять же, «Защитник саванны». Ребята, здесь у меня угол немножечко погрызан. Пока я собиралась снять для вас видео, кошечки мои слопали половину моей книги. Ну, не половину, а маленькую часть. Извините, что вот так вот. Ну и вот с этой книжечки «Смелые друзья. Хранитель лев». Итак, у нас выглядит книжка вот таким вот образом. Но мне безумно не нравится то, что они печатают эти вот ценники прям в книжке. То есть это не наклейка, это напечатанная штучка в книге. Поэтому, ребята, мне безумно не нравится, что здесь у нас напечатан ценник, его никак не снять, то есть это все напечатано. Некрасиво, и зря они это сделали, я так думаю. Ну, кому как.
Итак, давайте смотреть. Когда мы открываем, мы видим просто белое начало. Дальше «Неожиданный друг». По сравнению с графическим романом, здесь у нас листы другие, они как альбомные. Знаете, такие вот тоненькие очень. Итак, смотрим. Шрифт у нас очень крупный довольно, не мелкий. Для детишек очень удобно все это читать. Опять же, рисовка очень яркая, очень насыщенная. Ребята, у меня вырубилась вспышка на телефоне, поэтому извините, будет вот так. Итак, ребята, о чем я остановилась? Рисовка довольно яркая, сюжет из серии мультфильма. Вот, то есть все слова, все остальное выполнено именно оттуда. Здесь начинается другая уже серия «Няня Банга». Новый такой вот рассказик. Итак, ребят, у нас конец. Да, мы видим, то есть ничего не нарисовано, опять же, просто белый лист. Вот. Вот так. Следующая вот эта книжечка, она точно такая же, что и предыдущая. Только уже идут другие абсолютно сюжеты, другие серии из мультфильмов. Давайте посмотрим. Опять же, просто все белое. Могли бы здесь нарисовать, что-то напечатать, но они решили, что нет. Но все-таки 77 рублей, что мы хотим. Итак, «Защитник саванны». Вот такая красота. Качество листов и шрифт, и также рисунки все то же самое, что и в книге. Они из одной серии. И в конце у нас опять же ничего нет, просто белые листочки. Ребята, вот такое видео мне получилось. Мы вместе с вами посмотрели три книги из фикс прайса «Король Лев» и «Хранитель Лев». Напишите, как вам эти книги, нравятся ли вам такие обзоры, обязательно напишите, я прочитаю. Ну, на этом было все. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и подпишись на мой канал. Ну, а с вами была я, Лиза. Всем удачи и пока. Пока-пока-пока.